Так, шкатулка почти готова. Ну, почти. Это громко сказано. Да, готово еще очень много дел. Но оставшиеся работы приобретают очень ответственное положение. Потому что, если что-то не так вдруг сделал, заменить уже отдельную деталь нельзя. Будет одно неверное движение, и можно загубить все изделие. Шкатулка в сборе, в принципе, получилась более-менее аккуратно и нормально. Вот. Осталось сделать что? Здесь вот нужно сделать усиление вот этих угловых соединений, ставить сюда в брусочек и обрезать, разрезать здесь, чтобы крышка, отделить крышку. То есть очень важные два таких мероприятия. Остальное мелочи, там петли, замочки повесить, скрыть лаком, еще пошлифовать ее, это уже мелочи. Ну вот две операции, которые требуют внимательности и аккуратности. Так что вот сделать паз. Я собрал вот такое вот приспособление нехитрое.
Так, крышечку мы уже отпилили. Осталось совсем чуть-чуть. Совсем немножко.
Так, лак высох. И вот наконец мы приступаем к завершающему этапу. Сборки шкатулки. Петли у меня уже были намечены, прикручивались до покрытия лаком. Теперь только в эти же отверстия вставляю, уже готово, и все. Уже все подогнано, все уголочки сходятся. Открывается, закрывается. Сюда вставляется вот такая вот штучка. Теперь это вот сюда. Так. Вот так. Ну вот в итоге что получилось. Такая вот шкатулочка.
оценивайте мое изделие, пишите комментарии, пожелания, замечания, и все будет учтено в последующих работах. А пока всем до свидания, спасибо за просмотры.